Всем привет, друзья, с вами Филитек, и изначально этот выпуск планировался всего лишь про один автомобиль, но так случилось, что их резко стало три маслкара, это Филитек, и мы начинаем. Что же, друзья, как вы поняли, выпуск будет реально интересный. Собралась очень хорошая команда из маслкаров. Давайте вам сейчас про них расскажу. Это Challenger, шестицилиндровый, объемом 3,6, да, 3,6, не восьмицилиндровый. Но что поделать, времена такие. Компании делают все меньше и меньше цилиндров, все больше и больше мощность и все тише и тише звук. Но как раз-таки звук выхлопа – это тот инструмент, который позволяет владельцам кайфовать от вождения и получать настоящие эмоции. Именно за эмоциями к нам сюда и приезжают, чтобы услышать, как может звучать их тачка. Именно на этих челленджерах мы будем и делать сегодня звук. А сейчас пойдемте к следующему нашему персонажу, так сказать, герою сегодняшнего выпуска. Это Ford Mustang 5G. Очень редкая тачка, таких всего... Такая всего, точнее, одна в России, 5 в США. Чтобы быть чуть конкретнее, я воспользуюсь Drive 2. Там владелец этой тачки ведет блог. Ссылка на него будет в описании. Если кому-то очень станет интересно, почитайте, углубитесь. Там все довольно интересно и понятно. Это полная пересадка автомобиля 2012 года в кузов 2005. Дальше у нас идет оригинальный Shelby GT500, обвес 2007-2009 года, зимние диски разноширокие, выхлоп от GT2012, кстати, его мы и будем переделывать, и комплект задней тюнингованной подвески. И также суппорта заказаны от GT500 2013 года Shelby, то есть тачка имеет неплохую мощность, имеет неплохой вид и еще умеет при этом оттормаживаться. На этой тачке мы будем менять выхлоп, будем делать его более грубее, более басовитее, более громче, более брутальнее. Также будем менять на ней насадки. Звук выхлопа всех этих тачек вы увидите в конце ролика, так что перед началом обязательно нажимайте лайк, выпуск будет интересный. Погнали! На этот раз к нам приехал Dodge Challenger вот такого зеленого цвета. Мы его называем Шреком, потому что действительно похож. Поверь мне, осел, будь это я, ты бы сдох. Тачка зеленая, поэтому позволяет нам делать следующие фокусы, типа... Или даже вот так. Но сегодня мы поговорим не об этом, а поговорим с вами об эмоциях. Какие эмоции дарит... Так всегда. Сегодня мы поговорим с вами об эмоциях. Какие эмоции эта тачка дарит до тюнинга, какие она дарит после тюнинга. Погнали. Сейчас мы запишем звук до. Пишем мы это все на стереомикрофон, поэтому наушники тут реально обязательно надеть, чтобы понять какие-то звуки, но в стоке она никак не звучит, она бесшумный автомобиль. Это же muscle car. И не звучит. Ни соответствия. Поэтому... Погазуем в стоке. Уже завели автомобиль, давайте сделаем еще раз, чтобы вы услышали, как она заводится на... Как она заводится вообще? Отсюда мне не слышно. Обороты очень плавные, невозможно разгазовать ее нормально. Я в салоне слышу только мотор, довольно уныло. Сейчас посмотрим, что она может... На прямой. Никаких я эмоций не испытываю. Абсолютно. Через 150 метров поверните направо. Спасибо. Затем плавно поверните налево. Тачка что-то пытается пробуксовывать, но... Поверните налево. Бля... Вот ты бы, если увидел такую тачку в потоке, ты бы посмотрел на такую машину? Нет, она привлекает внимание однозначно, не только своим цветом, но и то, что это Dodge Challenger. Но когда видишь такую тачку в потоке, ты хочешь не только визуально получить кайф от нее, но и именно вот звук. И да, сейчас тенденция такая, что звук выхлопа все тише и тише, тачки все менее цилиндровые, так сказать.
экология, нормы по звуку, нормы по выбросам газа CO2 в атмосферу нашу. Дают о себе знать, и вот мы сейчас сидим в Dodge Challenger. Тут, казалось бы, ну, американская тачка. Зеленый цвет, яркая, драйвовая, заднеприводная. Но эмоций нет. Сейчас чуть с вами прокатимся, посмотрим, как она вообще едет, чуть поглубже изучим эмоции и уже погоним тачку на выхлоп. Необычно я себя чувствую в этой тачке, потому что вот все смотрят, вот ребята идут, смотрят, девушка. Эмоции цепляет людей, эта тачка цепляет. Но был бы выхлоп, мне кажется, было бы всего намного больше. Я раньше ругался на обзор в этих автомобилях, ну типа Камара, Челленджер, Мустанг, что ты едешь как в танке, очень маленький обзор. Но вот буквально мы сколько, 20 минут проездили до этого, да, там выехали, отфотографировали, отсняли, и привыкаешь. Вот, смотри, тоже, дружище, тоже Шрек. Как тебе на таком цвете? Нормально? Вот, мы не одни такие. Не одни такие на зеленом цвете. Ну, у него она больше не Шрек. Видишь, у него уши черного цвета. А у нас нет. Тачка внимание привлекает. Но я в ней сижу и ничего не чувствую. Как секс в презервативе. Вроде бы все как бы есть, да, и процесс вроде тот же. И ощущения не те. Короче, делаем под итог. Тачка, эмоции собирает. Девушки на нее внимание обращают. Но выхлоп ей необходим. Поэтому сейчас едем на Филитек. Все вам расскажем, все покажем, как и что делается на этой тачке. Так что смотрите до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Обязательно нажимайте на колокольчик, потому что мы начинаем развиваться в Ютубе. Нам важна ваша поддержка. Пожалуйста. Короче, подъехали мы на Филитек, думал, сейчас будет немного ожидания, но чтобы сэкономить время, заезжаем в нижний бокс, поскольку в верхнем все места заняты. Ребята спиливают заднюю часть и начинают работу, а я сейчас вам расскажу, что мы с ней будем делать, но перед этим мы загоним тачку в бокс. С этим челленджером объемом 3,6 мы будем делать две очень важные вещи. Первое, переделаем резонаторы и также переделаем задние банки. Все это закроется под сток аккуратно, будет выглядеть и звучать очень круто. А теперь самое время Мустанга, 5-литрового, он естественно шумный, там есть выхлоп небольшой, но все-таки снова надевайте наушники, если вы их вдруг сняли, будем слушать этот Мустанг. Стоки. К сожалению, время нас ограничено, мы должны Dodge Challenger зеленого цвета отдать сегодня. И также этот Ford Mustang тоже должны отдать сегодня. Время уже 18:28, темнеет, нам нужно все это еще подзаписать. Поэтому давайте быстренько с вами прокатимся. Хоть эта тачка и старее, чем челленджеры, она дарит реально больше эмоций. Ты чувствуешь, что тут есть мощь, которые иногда могут быть просто неуправляемыми. Не, все-таки мне больше нравится прям вот Мустанг однозначно. И, кстати, Челленджер пару часов назад уже был принят в работу. Сейчас ребята уже вскрыли банки, переделали их, устанавливают на место, и следующим этапом это будет переделка резонаторов. На этой же тачке мы тоже будем переделывать стоковые банки и ставить две охренительные, шикарные насадки. Пишите в комментариях, что вам больше нравится, Челленджер или Ford Mustang. Все, уже окончательно стемнело, остается мало времени. Везем тачку на переделку. Друзья, у нас уже готов первый автомобиль, это Dodge Challenger, объем у него, напомню, 3,6,
Владелец посидел, он не хочет давать комментариев, наверное, стесняется, но передам вам его слова, он подтвердит это в комментариях. Звук ему очень понравился. Это по сравнению с тем, что было, просто небо и земля. Поэтому самое время заценить этот звук вам, так что надевайте наушники. Напоминаю, что это 6 цилиндров, объем 3,6. Погнали! Сейчас очень прошу вас оценить именно вот эту тачку в комментариях, а мы с вами отправляемся к другой тачке Ford Mustang. Короче, банки уже практически переделали на Форде, на Мустанге. Тут помимо этого тоже есть тачки, но мы сейчас делаем насадки, изготавливаем, переделываем банки. Вот так выглядят эти насадки, внутри у них колба, чтобы не нагревалась основная часть. Выглядят они реально круто, мощно. Ребята, клиенты ждут прямо вот за этой стеной. И совсем скоро мы все услышим, как это все работает. Я надеюсь, что мы успеем. Работа над Мустангом уже подошла к своему финалу, и сейчас самое время запускать двигатель и слушать вместе с клиентами звук этой тачки в боксе. Друзья, время уже 11 часов, все устали. Устали и ребята столько ждать, устали и мы столько снимать, устали и сотрудники столько всего делать. Потому что помимо этих двух тачек, трех тачек, которые сегодня были в видосе, у нас еще был полный бокс работы, так что есть от чего устать, поверьте мне. Но сейчас мы насладимся и отдохнем ушами. Надевайте свои наушники, потому что вот этот Ford Mustang уже готов. Установили туда насадки, проверили все в боксе. Ребят, как звук, скажите, честно? Во! Короче, как вы видите и слышите, они мега довольны. И сейчас, я думаю, будете довольны и вы. Так что готовьтесь. С вами был Филитек, слушайте звук. Заочно с вами прощаюсь. Погнали. Не забывай подписываться.